Всем привет! На этом уроке мы рассмотрим, как вяжется вот этот простой узор. В основу узора лежат лицевые и изнаночные петли. Подходит на все изделия. Очень просто вязание. Это его лицевая сторона. Это изнаночная. Так, начинаем вязать. Для образца наберем, я буду продолжать, а вы наберите. Для образца наберите 24 петли. Так, набрали 24 петли, начинаем вязать. Вы начинаете, а я буду продолжать. Вяжите первый ряд. Первый снимаете, теперь вяжите изнаночные петли 1 и 2, 2 изнаночные петли, теперь вяжите 4 лицевых, теперь 4 изнаночных. Четыре лицевых. Четыре изнаночных. И четыре лицевых. Последняя кромочная изнаночная петля. Вы провязали первый ряд. Теперь переворачиваем четный ряд. Второй ряд. Первый снимаете. Теперь вяжите петли по узору. То есть там, где изнаночные, вяжите изнаночные. Там, где лицевые, вяжите лицевыми. Вот мы смотрим, здесь у нас изнаночные. 4 петли изнаночные вяжем. 4 петли лицевой петлей. 4 изнаночные. Четыре лицевых. Четыре изнаночных, и в конце вяжите 2 лицевые и 1 изнаночная, и 1 изнаночная кромочная. Так, теперь идет у нас третий ряд. Первый снимаете. 2 изнаночные петли, 4 лицевых, 4 изнаночных, 4 лицевых, 4 изнаночных. И последняя кромочная изнаночная. Так, третий ряд мы провязали. Четвертый ряд. Вяжите 1, 2, 3, 4 изнаночные, 4 лицевых, 4 изнаночных. 4 лицевых, 4 изнаночных, 2 лицевых концы и последняя изнаночная петля. Мы провязали 4 ряда. Так, будет и так постоянно вязать.
То есть здесь у нас идет рисунок. Вначале мы делали 2 изнаночных, одну снимали, 2 изнаночных, а дальше все нашло 4 лицевых, 4 изнаночных, 4 лицевых, 4 изнаночных. И мы вязали 4 ряда вверх. Теперь мы будем передвигать рисунок справа налево. Передвинуть немножко надо. Теперь мы будем вязать. Первый снимаете. Это у нас 5 ряд. И вяжете уже не 2 изнаночные, как мы вязали, а 4 изнаночных. Вот мы провязали 4 изнаночных. То есть изнаночные 2 петли заходят на 2 петли лицевой, где мы вязали. Теперь вяжем 4 лицевой. Четыре изнаночные. Четыре лицевые. Четыре изнаночные петли. В конце вяжем 2 лицевых и 1 изнаночная кромочная. Так, видите, у нас уже рисунок передвинулся сюда. Вот сюда он пойдет. Вот как здесь, видите, передвигалось. Так, 6 ряд. Первый снимаете кромочно и вяжете здесь у нас 2 изнаночных, 4 лицевых. 4 изнаночных, 4 лицевых, 4 изнаночных, 4 лицевых. Последняя кромочная изнаночная петля. Так, провязали мы. Это 6 ряд. Теперь вяжем 7. Смотрите по рисунку. 7 ряд и 8. То есть под лицевыми лицевые, под изнаночными изнаночными вяжете. Сейчас мы вяжем. Первый сняли. Вяжете 4 изнаночных. Теперь 4 лицевых. Четыре изнаночных, четыре лицевых. Четыре изнаночных, и в конце 2 лицевые, и последняя изнаночная, такие кромочные. Так, 8 ряд. Переворачиваем. Так, вяжете тоже. Как вы видите петлю, то и вяжете. То есть под лицевыми лицевыми, под изнаночными изнаночными. То есть по рисунку. Здесь у нас 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночные. Не 2, 4 изнаночные, извините. То есть повторяется изнаночные лицевые по 4 петли. 4 лицевых. Теперь 4 изнаночных. 4 лицевых. Последняя кромочная изнаночная. Переворачиваем наше изделие. Вот мы провязали с вами наш образец, наше изделие. Вот такой у нас получился узор. Простой и в то же время красивый.
Так, теперь будете повторять то же самое, что мы сейчас с вами вязали, с 1 по 8 ряд. И вот получается вот такими. Узор очень простой. В основе лежат только лицевые изнаночные петли. Рисунок передвигается, рисунок корректируется после 4 рядов. А изнаночная сторона вяжется по рисунку. Вот. Довольно такой симпатичный узор. Подходит он на все изделия, можно везде его применить. Пожалуйста, я думаю, несложно. Красиво. Я думаю, вам тоже понравился. Мне нравится этот узор. Все, всего хорошего. Благодарю вас за внимание. Заходите, подписывайтесь. Буду рада встрече. До новых встреч.